Госавтоинспекция города Челябинска напоминает, что в соответствии с правилами дорожного движения запрещено выезжать на перекресток, если по пути следования образовался затор. С целью исключения образования помех для движения транспорта в поперечных направлениях. С этой целью в городе Челябинске на основных перекрестках выставлены дополнительные наряды дорожно-патрульной службы, которые обеспечивают беспрепятственный проезд транспорта.